Ход проведения уборочных работ и подготовку к новому учебному году обсудили на еженедельном совещании у главы Чувашии. На сегодняшний день все районы вышли на уборку урожая зерновых. Аграриям предстоит убрать зерновые с 297 тысяч гектаров. По сравнению с прошлым годом по Чувашской республике больше на 6 центнеров с 1 гектара. Здесь мы увидим, но это ниже, чем в среднем по ПФО и по Российской Федерации. Полным ходом готовятся к 1 сентября все учебные заведения республики. На сегодняшний день это 942 общеобразовательные организации. С 11 июля приемку проводят муниципальные комиссии при Минобразования Чувашии. Завершить приемку планируется 15 августа. Значит, по состоянию на сегодняшний день в республике принято 777, это 90% организаций, находящихся в ведении муниципалитетов и Минобразования Чувашии.